Здесь у нас вооружение 16-17 веков. Основное оружие вот такого всадника, поместного конника русского 16 века, был, естественно, лук и стрелы. То есть бой, если в 13-14 веках бой в основном велся на копьях, то есть главный способ ведения боя это был копейный таранный удар, то в 16-17 веках тактика меняется, и особенно в 16 веке уже идет бой, ведется так называемым лучным перестрелом, то есть основное оружие всадника это лук и стрелы. Копья имели уже очень-очень немногие, это было не основное оружие. И доспехи тоже были уже, скажем так, более открытыми, то есть менее защищенными. Кольчуги были более легкими, часто использовались кольчуги с плетеными пластинами, так называемые бахтерцы, юшманы. Вот. Здесь представлено зерцало. Это кольчато-пластинчатый доспех, сделан из крупных пластин, соединенных кольцами. Он довольно подвижный, закрывает хорошо корпус, закрывает спину, плечи и бока всадника. Вооружение у него сабля, помимо лука и стрел. Вот. Часто, ну, в общем-то, постоянно каждый всадник имел с собой обязательно нож. То, что это всадник, можно еще посмотреть вот сюда. Это бахтерцовая защита бедер. То есть она идет вот отсюда. Колени закрываются наколенниками. И у этого всадника еще есть вот такая защита, довольно редкая. Это называется бутырлык. То есть это пластина, которая большая профилированная пластина, которая защищает голень сбоку и передние и задние пластины. Изнутри нога не защищается, потому что здесь, в общем-то, она прилегает к коню, и защищать ее там необходимости большой нет.